знаешь, все еще будет. Южный ветер еще подует и весну еще наколдует, и память перелистает, и встретиться нас заставит, и встретиться нас заставит. А еще меня на рассвете губы твои разбудят. Счастье, что оно та же птица, упустишь и не поймаешь, а в клетке ему томиться тоже ведь не годится, трудно с ним, понимаешь? Аккорды в песне: ми мажор, аккорд си мажор, соль диез мажор, до диез минор, ля мажор, есть аккорд фа диез минор, в куплете еще есть аккорд до диез септ, и в конце перед припевом у нас есть аккорд ми мажор септ. Теперь, значит, в припеве аккорды ля минор, ре мажор септ, соль мажор, до мажор, фа мажор, либо фа большой, да, мажор. Затем у нас идет аккорд ля минор с басом фа диез, да? Бас мы зажимаем большим пальцем левой руки. Си мажор септ у нас в открытой позиции таким образом. Вот. Гитарный бой в куплете идет методом щипка, то есть мы дергаем четыре струны, одна из которых это бас аккорда, да? А остальные другие дергают какие-то четыре струны. Я в основном дергаю вторую, третью, четвертую струну. Значит, аккорд ми мажор, да, у нас идет 6, 4, 3, 2, затем второй аккорд си мажор у нас идет 5, 4, 3, 2, аккорд, значит, соль диез мажор у нас опять идет 6, 4, 3, 2, до диез минор идет пятая, четвертая, третья, вторая. То же самое у нас с ля мажором, да? 5, 4, 3, 2 струны дергаем. Значит, фа диез минор у нас дергается шестая, четвертая, третья, вторая. Вот на аккорде до диез септ можно дергать 5, 4, 3, 2, либо можно дергать 5, 3, 2, 1. Либо так, либо так. И аккорд, значит, ми мажор септ мы просто проводим вниз по струнам, либо вверх. И начинается у нас припев. Гитарный бой припев. Вниз большим пальцем по всем струнам, затем указательным пальцем вверх, вниз, вверх, и потом еще раз большим пальцем по всем струнам.